Всем привет, дорогие друзья! Все мы любим показывать фокусы и удивлять своих друзей и близких. В сегодняшнем видео я покажу 10 трюков и фокусов с шариковыми ручками, при помощи которых вы сможете удивлять людей. Я буду очень рад, если ты прямо сейчас поставишь лайк. Это будет лучшая благодарность мне за проделанную работу. Для демонстрации этого фокуса нам понадобится два колпачка. Один из колпачков мы прячем в кулаке. Теперь можно показывать фокус. Секрет данного фокуса в том, что вам необходимо поместить ручку за большой палец вот таким образом и прижать ее вторым пальцем. Для демонстрации этого трюка, кроме колпачка и ручки, вам ничего не понадобится. Все, что нужно делать, это сжимать колпачок вот таким образом, и он будет прикрепляться к ручке. Если часто бывает такое, что вы не знаете, чем заняться, предлагаю начать вам зарабатывать в интернете. Я расскажу про один из самых простых способов заработка. Вам необходимо перейти на сайт Globus по ссылке в описании. После этого проходим простую регистрацию и устанавливаем приложение. Если вы хотите зарабатывать с компьютера, просто оставьте работать приложение в фоновом режиме. Вам будет показываться реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Если же вы хотите зарабатывать с телефона, то также закройте приложение и ждите, когда появится вот такое оповещение. Нажимайте на данное оповещение, смотрите рекламу и зарабатывайте деньги. Заработанные деньги вы без труда сможете вывести на WebMoney или PayPal. Советую каждому попробовать. Ссылку на сайт я оставил в описании. А сейчас я обучу вас вот такому трюку с вращением ручки. Чтобы сделать данный трюк, необходимо взять ручку так, как показано на видео, а затем сделать вот такое движение. А вот трюк, который вы можете показать другу и предложить повторить ему за вами. Задача заключается в том, что нужно взять ручку в руки вот таким образом, а затем сделать так, чтобы ручка находилась снизу, а потом опять сверху. Показываем трюк другу и предлагаем повторить. У него ничего не выйдет. Чтобы научиться показывать данный трюк, делайте все так, как показано на видео. Чтобы показать этот фокус, необходимо держать ручку большими пальцами, так как показано на видео. Секрет данного фокуса в том, что мы забрасываем монету во вторую руку. Для того, чтобы показать этот фокус, нам понадобится две ручки. Одну ручку мы прикрепляем к большому пальцу, а в момент, когда мы подносим руку к ручке, необходимо технично подогнуть ручку к руке. Для данного фокуса нам понадобятся две ручки и резинка. Для начала прикрепляем резинку к ручке и прикрепляем ее к штанам. Теперь берем вторую ручку и прижимаем ее вот таким образом. Теперь берем ручку, прикрепленную к штанам, и можно показывать фокус.
Секрет данного фокуса в том, что корпус ручки, которую мы сжимаем в листе, сделан из бумаги. На этом видео заканчивается. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!